Дальше снимаем крышечку. Потом это все выкладываем на сковородку. Дальше снимаем крышечку. Потом это все выкладываем на сковородку. Дальше снимаем крышечку. Потом это все выкладываем на сковородку. Все, я выклал все содержимое в сковородку. Теперь все тушим до готовности. Все, ждем время. В этот раз я без помидоров делаю эксперимент. Пиццу без муки называется. Посмотрим, как получится. Лучше с помидорами или без помидоров в этот раз. Все, настал торжественный момент открытия. Что у нас получилось? 1, 2, 3, 4, 5. Алле, оп. И вот, пожалуйста, готовая пицца. Ну все, сейчас я это режу пиццу напополам. Только. Во. Ну вот, в этот раз пицца без помидоров получилась. Смотрите, какая начинка. Вот тут пицца получилась. Вот. Вкусняшка. Я еще повар еще.